Сколько? Ну, сколько просил, столько дал. 200 рублей. Пойдет? Ага. Что делать? Саня, а? Сейчас я почту возьму. Вы должны меня до дома довезти. Так он сейчас уезжает. На похороны. Нет, мы до дома довезете и езжайте на похороны. Я не поеду. Меня до дома должны довезти. Он сам поедет. Он а сам куда поедет. Вы на похороны? Буглянку. Буглянку, а кто помер? Не знаю фамилию. Здрасте. Не знаю, Владимир Иванович, как зовут. Я туда не поеду. Я здесь сейчас буду. Иду. Лежат три пенька. Прошел, думаю, пускай пока полежат. Подхожу, забрал пеньки и отнес домой их. На дрова? Вот такие вот пеньки. А хорошие уже попиленные, Саня. Вот шашлычок с них и забабахаем. Ага. Шампура возьмем? Все возьмем, все найдем. Олег все принесет. Так, подожди. Пойду, я почки заберу. Почки, да? А. Пойдем, я с тобой пойду. Нормальное варенье. Хорошее, еще не пробовал. Сегодня отведаю. Дай сигарету. Спасибо, Владимир Иванович, за варенье со тебя. А. Короче, поедем под Лисюхи 1 июля. Ага. И нарвем 50 ведер смородины. Я никого на участок на свой не пускаю. Правильно. А? Нехуй там делать. Короче, 50 ведер смородины мы должны нарвать с тобой. Тебе 3 ведра нарву. Маленькое или большое ведро? Мне большое. Большое? Угу. Вот такое вот ведерко. Как положено. Если она будет в этом году. Да все будет. В прошлом году же не было. Урожайный год, не урожайный год. Не каждый год. Понимаешь? Или в соснах рвать будем. Да там видно будет. Где? По ходу действия. А? В соснах желтую смородину рвать будем, да? Любую, Владимир Иванович. А ванилин взял? Кто? Ты. Ничего я не брал. Не брал? Нет. Сейчас пойдем 15 пачек ванилина возьмем. Ты куда? За почками. Они что, здесь продаются? А я уже договорился. Надо 100 рублей платить за почки. Где-то кило 100, это самое, почек. Я кофе пойду попью пока. Нет. Тебе взять кофе? Да я сам возьму. Где? В центральном. Или у Сурика. Где будем? Сань, ну хуя, Саня. Где будем пить? Сейчас я тебя возьму. Где? Здесь, на базаре. Горячий. Пойдем. Здорово. Ты долго будешь? Сказали колбасу в банку не кидать. Слышь, только почки и сердце. На шашлык? Да. Ну, конечно. Короче, порезать одну почку на три части и в банку. Их надо вымачивать, Владимир Иванович. Я так хочу, Саня. Они вонючие, их надо вымачивать. А? Вымачивать надо. Полгода стоять банка будет. Полгода. Холодной водой зальем. Ядреный получится шашлык тогда. А? Полгодовалый конкретный. А? Ну, как надо. Короче, ящики жечь надо, Саня. Ничего жечь, Саня, не надо, Владимир Иванович. Ну их и нахуй. Ничего не надо жечь. Подожди,
Сейчас, может, 15-литровые бедра привези, сейчас возьмем. И нарву тебе где-то 3 ведра. Мне одно хватит. 3! Я так хочу! Ну, посмотрим. 3 ведра! Посмотрим, посмотрим. Мы должны с тобой нарвать 50 ведер смородины. Я не осилю, Владимир Иванович, у меня терпения не хватит рвать ее. Я на свой участок никого не пускаю. Ну и правильно, я же тебе говорю. Там дохуя я целый смородины. Там вдоль посадки километр целый этих кустиков. А может и больше нарвем. Ну да. А тебе наливную или черную, желтую? Мне любую. Любую, Владимир Иванович. Пойдет любая. А жена вареники умеет делать? Умеет все делать. И вареники, и компот крутить. Все сейчас делает. Пойдем, возьмем. Ванилину я тебе отдам. Где-то на кастрюлю надо где-то 50 кусочков сахара и 5 пачек ванилину. Тогда варенье будет. И малину купим с тобою. У меня дома посадим ее. Ты уже подрасчитал все? Ага. Мне сегодня надо грядку копать. Чего сажать будешь? Капусту, помидоры, огурцы, свеклу, морковку, лук и чеснок. А картошку? Из магазина, Саня. Там надо трактор загонять к тебе, Владимир Иванович. Где? Лопатой. Лопатой ты не перекопаешь. Там целина у тебя. Ерунда. Целина, Владимир Иванович. Ерунда. Ее не осилишь ты. А? Не осилишь. Еще как. Ну давай, я тебя здесь жду. И граблями, разработаю. Как надо, сделаю это самое, грязь. Давай, давай. Как положено. Давай. Сейчас пойдем за ванилином. Кофе надо попить. Сань, а? Ну-ка, достань мою сигаретку оттуда. Хватит тебе хуйней заниматься. Какую? Да? Откуда-во, оттуда-во. На целую. Ну их нахуй, эти сигареты, блин, слышь. У меня уже нервы сдаем, как положено, Саня. Нервы сдаем, как положено. Много куришь, Владимир Иванович. Нет. Наоборот, успокаивает. Успокаивают эти сигареты. Дай прикурю. Сейчас пойдем за ванилином. Давай, давай. 15 пачек тебе отдам. Мне они не нужны. Не, ванилин нужен будет, и сахару возьмем. Не надо мне ничего. А у тебя все есть? Все есть, Владимир Иванович, слава богу. Короче, надо смородину рвать. Сейчас март месяц, сегодня 23-е. Сегодня 23-е. А 1 июля начнем смородину рвать. Я так хочу. Нарву тебе по-быстрому. За 2 часа ведро нарву. Где-то в гость помещается 60 ягодок. Ты все просчитал уже? Да. Вот такую вот рвать будем, шрапнель. Сань, вот такую вот смородину рвать будем, шрапнель. Хорошо. А мелочь там и нахуй не нужна. Все верно. А? Все верно. Мелочь не нужна, Владимир Иванович. Короче, 1 июля, 4:30 солнце всходит, и уже надо рвать. До 7 часов нарву ведро смородины и переберу от цветочков. Пускай так и будет. Сахар есть? У меня? Да. Да все найдем. Рафинад? Нет, такой рассыпной. Песок? Песок. Рафинад нужен. Сейчас пойдем возьмем. Давай, давай. Кофе взять тебе? Да сейчас сам возьму у Сурика. Не. Не надо, здесь не бери. Еще не брал. Не бери, Владимир Иванович, у Сурика возьмем. Сейчас пушки забрать надо, Саня. Туда пойдем. Что-то поговорил и поссать захотел. Иди, сходи, там туалет за углом. Ага. Давай. Здесь тебя жду.